Всем привет и всем доброго дня. Даня ушел в ночной сон, а я в первый дневной. Мы сегодня с ним проснулись в 7:30 где-то, наверное, поэтому он в 11 часов вырубился просто. Ой, вот он уснул, а я побежала за бататом. Я замариновала курочку, цыпленка, и отрезала ножку от цыпленка. Даня отдельно запеку без всего, без маринада. Он будет кушать на обед или на ужин, посмотрим. Может быть, на обед, на ужин у нас еще открыта банка пюре. Вот, и что еще? Ходила я за бататом, потому что думаю, что бы сделать на гарнир. Хочется чего-нибудь вкусненького. И решила я купить и картошки, и батата. Вот я не знаю, сейчас делаю пюре или запеку батат. Наверное, батат запеку, сейчас посмотрим. И Данюшке тоже запеку батат. Он в прошлый раз с большим удовольствием его ел, потому что он очень сладенький, такой классный. Ну и, конечно же, я ходила в Магнит за бататом, потому что в Пятерочке в нашей ближайшей нету его. И мне же надо там овощей купить, потому что там же хорошие овощи. Но поскольку я вчера купила какие-то там помидоры, огурцы в Пятерочке, а я вообще ни о чем, я не стала много набирать. Покажу, что взяла. Вот один огурец, потому что вчера купила тоже батат. Вот картошка обычная. Взяла вот такие вот бананчики сладенькие для Данюшки, для меня к чаю пить. Яйца взяла, потому что яйца у нас очень раз... Мы по 2 яйца с утра едим, то есть 4 яйца из десятка. Очень быстро у нас уходят, чтобы лишний раз не тащиться в магазин. Взяла уж сразу. А соевый соус у нас закончился, и там была большая банка. И это здорово. Потому что вот такая банка расходуется гораздо медленнее, ее на очень долго хватает. Она в пределах срока годности у нас вообще замечательно уходит. Так, это помидорчики, которые такие прям розовенькие, вкусненькие. Ассорти из зелени взяла. Взяла Диме чак-чак. А то он плачет, что у него ничего нет к чаю. Только эти подарочные наборы у тебя остались. Но он говорит, там конфеты какие-то такие не очень вкусные. Попадается вроде ничего. Там нужно разбираться, выбирать. В общем, короче, вот как-то так. Данюшечку творожок взяла одну штучку, потому что в основном мы как-то тему стараемся брать. Но там не было. Но зато была вот такая гуша без сахара. И я взяла еще одну... такую вкусняшку, которую едят с хлебом, но я хлеб не ем, придется мне, наверное, с булочкой обжаренной есть. Конечно, я не покайфую, как хотелось бы, но что делать, ребят, это икра селедки, икра сельди в масле. У меня уже текут слюни, я ее уже очень хочу, Дима еще не знает, я сейчас ему покажу, и он тоже сразу захочет икру сельди. Я в этом уверена. Ну что, готово. Вот курица моя замаринованная лежит, бататик с маслицем, с приправками. Здесь Данюшке батат. И здесь Данюшке лежит курица, ножка. Все, сейчас буду в духовку отправлять и будем скоро обедать. Так, ну что, обед наш готов. У нас будет батат, курица, цыпленочек. Я открыла селедку, открыла салатик такой, я его попробовала, кстати, вкусный. Еще вот такие лепешки у меня будут, а у Димы будет хлебушек. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Даня еще спит, поэтому ему пока ничего не открывала. У него будет тоже батат, без специй, без всего. У него будет курица. И я тут варю ему еще кабачок. Ребята, всем приветы! Мы выползли на улицу, ура! Ура, вечер... сегодня самый лучший день в неделе, это пятница. Блин, я даже не верю, что сегодня пятница, почему-то у меня сегодня не пятница. Вчера у меня, может быть, и была пятница, но сегодня почему-то нет, не знаю. Мы выползли, но вроде температура ноль, но ветер такой задувает порывами, да, Дим? Вообще, ядерным ветрищем, мы даже не знаем, куда от него убежать. Ну, чтобы, да, ну, хочется прям подышать воздухом,
Данек уже за прививки какой там третий день дома сидит. Ну, считая с тем днем, когда прививку делали. Все-таки свежий воздух есть свежий воздух, хоть мы и проветриваем постоянно. Но... Вот во дворе, внутри двора нет ветра и супер классно. Да. Мы вот вышли сейчас вокруг обойти, и там просто такой ветрище сносит, деревья гнет практически. Да, ветер сильный. Но я еще, когда ходила в магазин, я заметила, что сильный ветер. И уже несколько дней вот такой вот у нас стоит. Не супер, конечно, для прогулок, но мозги проветрить хочется. Да, да, хочется. И мы с удовольствием это делаем. Лучу сегодня повезет, не знаешь? А? Лучу сегодня повезет, не знаешь? Да, да, лучше тебя будет. И вода, смотрите, и лед, в общем, как-то такая, да, странная погода, вроде вода. Здесь реагент. А, ну, может быть. Ну, наверное, за счет того, что ветер, все-таки здесь обледенение есть такое, прям скользко достаточно, да? Прям да. Лед. Вода была, потому что все замерзло. И Данюша натянулась эта штука на ножку. А мы ножки опустили, вот эту планку, она у него была прямо, мы вот так опустили, и она натянулась. И сейчас прям ему комфортно, нам, надеюсь, потому что она теплая. Потому что ножки подросли. Да, ножки подросли у него заметно прям. Уже костюмчик так сидит хорошо, а сидел да, вообще так свободненько. Но там еще можно опустить это, там же есть, как его, лямки, да, и там можно еще опускать. Ну, о, еще смотрите, февраль, какой домик да. красивый. Он еще там горит. Ага. И сейчас потух, угас. Вон, зажегся, какой красивый домик. Интересно. Да, здесь вообще очень интересно. Здесь лавочка такая со спинкой. Необычная кованая лестница. Вон. Или ее просто покрасили? Нет, другая. Стоит мельница тут. Лошадки какие-то. Другая лестница, я говорю. А вот, смотри, как тебе вход в это тоже сделали. Какой-то здесь живет очень умелый. Да, очень умелый. И заборчик вот этот тоже, это вот этот заборчик тоже не наш, и, ну, сделали люди сами, и вот тот тоже сделали сами. Прям так облагородили здесь нехило. Ну и огонечки у нас такие же на подъезде, еще пока не сняли. А уже хочется весны, да. Чтобы все поснимали все, и быстро пришла весна, все растаяло, и стало тепло, и начала зеленая трава расти. Да? Да, уже хочется шорты и шлепки одеть. Ну, для шорты и шлепок еще очень-очень далеко. Мы иногда в нашей полосе не одеваем их летом. Мы с Лучиком вышли на прогулку вокруг дома. Сейчас обойдем. Вот внутри дома классно. Прям здорово. А вышли сюда, здесь ветрище задувает. И прям холодно. И, видимо, все замерзнет. Сейчас ноль показывает. Ночью будет, наверное, минус, но дорога просто гололед. Сейчас покажу. Прям вообще сплошной лед уже. Пойдем вокруг дома и домой пойдешь спать. Гололед, гололед. И здесь даже не растаяло у нас вокруг дома, хотя везде в основном все растаяло. Время около 6 часа, наверное, и если бы, конечно, не вот такое серое темное небо, было бы, наверное, светло еще и классно. Не хватает нам все-таки солнца. Не хватает тепла. Мы мерзнем, да, Лучик? Пойдем. Лучик, отходи здесь. Да отойди ты. Да уйди сюда. Здесь видишь, транспорт едет. Лучик, отходи. Даня, на транспорте. В обратную сторону пойдем. Давай, в обратную сторону пойдем. Давай, вставай. И вот так кругом 10 мы в день. В день, мне кажется, больше в день. А мы тут кое-что забыли? Ну, мы подумали и вспомнили, на самом деле. 27 числа января прошлого года, 20-го, вышло... на нашем канале
вышло первое наше видео, и, соответственно, это можно считать днем рождения нашего канала. Годовщина, что ли? Ты отмечала? Да. Нет, я забыла. Потому что мы забыли. Ну, мы не забыли, мы упустили скорее этот момент. Да, а можно было отпраздновать. Поздравляем вас с этим событием. Да. Хотел сказать, желаю счастья, здоровья. Ну, я желаю счастья, здоровья. Любви, успехов, да. Очень здорово. У нас появилось столько много общения, друзей наших, которых мы, конечно, не видим, но зато мы каждый день практически общаемся. Да? Да, да. С приятными людьми. Вот, делимся разными советами. На самом деле, год пролетел вот так. Очень быстро, незаметно, и, наверное, также промчится второй. Да, год пролетел вообще. Очень быстро. Очень. Очень быстро. Был насыщенный год. Ну, блин, я сейчас подвожу итоги, как на Новый год. Нет, был насыщенный. Нет, это год итогов не нового, не годовых итогов, которые по календарю, а год итогов небольших. Который канал. Это совершенно разные вещи. Ну да. Но я могу сказать, что мы молодцы. Сама себя не похвалишь, конечно же. Ну, столько работы, это действительно большой труд, это очень много времени занимает, несмотря на то, что у нас сейчас еще и карапузик времени очень много занимает, практически все свободное. Поэтому да. Я бы сказал, никто не может представить, насколько это долго, трудно и, ну, трудозатратно и время затратно вести канал, очень... пока не заведешь его сам. Реально, это даже, вот, даже близко. Можно думать, да, что там съемка, монтаж, но насколько это все даже очень невозможно. Очень многому мы за этот год научились, потому что многое мы не умели, вплоть до того, что даже разговаривать с камерой, ходить, это очень странно. А на улице казалось, что это вообще ерунда. Но до сих пор же смотрят. Особенно у нас тут в деревне. Смотрят, смотрят, но уже ты не паришься так сильно, как раньше это парило. Хотя вроде хотелось локацию сменить, там показать что-то и на улице пообщаться. И как-то все равно это вот ждешь, пока люди, может, пройдут там. А сейчас уже камеру достал, там тра-та-та, вот это-та. Ну да, посмотрели, ну что. Зато и показали вам, с вами пообщались, и уже нет таких эмоций. Супер позитивная нота. Предлагаю закругляться, потому что хочется уже отдыхать. Да? Тебе хочется отдыхать? Я, да, хочу. Ты мне в ночную вечер. В ночную хочешь отдыхать. Да, на самом деле уже хочется очень спать вообще. Поэтому. Закругляемся, будем с вами прощаться. Спасибо, что но прежде вы всего, с нами. Но прежде всего хотелось поздравить вас еще раз с этой супер-мега годовщиной. Да, я же говорю, спасибо, что вы с нами. Нам очень приятно, мы очень рады, что у нас такая большая семья появилась на нашем канале. Ребята, ставьте нам лайки, не забывайте, продолжайте. Пусть наша семья станет еще больше. Пишите обязательно нам комментарии. Мы их очень любим, всегда читаем, всегда отвечаем. И все подписывайтесь на наш канал, да? Да, обязательно. С вами были Аня и Дима Сугробы. Всем позитива. Пока-пока. Пока-пока.